На Энлунда. Не выпускают обороняющийся четверку. Ошибка! Это шанс! Это шанс для Витязя! О-хо-хо! Кэмпе, 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 Кэмпе! Это не мексиканский хоккей! Это Витязь сравнивает счет! Шестой гол для Кэмпе. Ошибка на синей линии Стефана Кромвелла, который попадает в щитки к Марио Кэмпе. И мы видим, насколько хорош швед. Марио Кэмпе, 2-2. Несколько обманных движений и бросок в верхний угол ворот. И здесь Колесник не смог помочь своим партнерам исправить эту ошибку. Гол, пропущенный в большинстве.